Вот как раз про полоза. Вот он, этот полоз. Ящерица. Вот. Вот и хороший. Так, иди. Ты куда собрался вообще? Через дорогу собрался? Сейчас. Сейчас я тебя пущу. Сейчас я пущу. Давай, вот через дорогу. Вот он, короче, полос. Вот его люди принимают за змею. Я тоже побаиваюсь, на самом деле. Вон морда какая страшная. Сейчас я его в зеленку отпущу. В общем, думают, что это змея, и, в общем, их убивают. Вот. А он такой безобидный довольно-таки мужик. Ой. Вот. Ну, так неприятно, честно говоря. Где он? А спасибо-то, Куда уполз? А он уже уполз, хорошо. Дорога для них — это опасность, конечно, сплошная. Вот чуть я его не наехал, чуть не задел я его. А очень жарко, сейчас уже 21, и печет очень сильно. И поэтому они гибнут. Ой, конечно, извиняюсь, снимать начал это, телефон. Ну, как такая, в экстремальном режиме, вертикальный телефон. Вот. Ну все, знаете, что делать. Всем пока.